Да. Ну, у меня загрузочка идет. Не знаю, откуда ты. Тут тоже кнопка смерти. Да. Но это не значит, что ей надо пользоваться. И туда кто-то побежал уже, надо осторожно быть. У меня какая-то загрузка файлов, что за фигня. Профессор покрован. Там какой-то толстый. Нет, это не толстый. 4 минуты загрузки какой-то карты, не знаю. У меня 2400 кудов прячутся от Гаусса за стенкой. Че, Виталий, что я скажу? Че, расследуй? Уже пустом. Посвечуешь? А че никто не ходишь? Что там, че? Куда? Куда-нибудь погулять. С кем? С кем-нибудь. Я же себя еще на воду. Никто не знает, что я здесь. А че ты никого не искаешь? Я не полез. А че? Да не, у меня уже были все, кто надо. Ну еще. Вот ты сессию дашь, привет. Ты ведь сейчас не тут? Нет, я в сервере сейчас. А, да? Я думал, только завтра ты едешь. Нет, я, в общем, завтра с утра еду обратно туда и днем. Ну, не знаю, насколько возвращаюсь. Я сейчас могу. Да, да. До сих пор, что ли, не закрыл? Да. Мне сегодня должны были запуск поставить, а они не поставили. И поэтому, по идее, мне завтра должен был быть экс, но я на него не буду. Мне кажется, или кто-то раскуривает стих? Это я зажигал тебя. Понял. Откуда у тебя такая древняя вещь? Мне кажется, что тут кефир. Так, блин, вы мне объясните, что это за загрузка от файла? Карта получается. Блин, видите? Ту карту, которую мы играли раньше, на них там ничего не качалось. Вот так получилось. Не опыт. Тоже что еще не играет? Нет. Ты что там одиночки? Джон, ты вообще здесь? Да, здесь. Да, да. Где же они сегодня? Чё? Не знаю. Он может, не домой был? Может, в Дубай пошёл? Чё-то какой-то он резкий ублюдок тут объявился. Четвёр, что ли, очередной? Кто может? Ты шо он нахер? Опять приехал с читами играть. Мы играем только что с челом, который я сейчас загоните для 15. Ну чё за фигня, опять убил, сколько можно. 18 секунд осталось. И скольки там, ты сказал? Что говоришь? Сколько там рейтинги вообще людей? Это фига был рейтинг, 61 вроде. Не, я не думаю, это... Всего народу в этом рейтинге. Ну, в списке. 21 косарь. Вот, и тут чел 13 из 21 косаря и готов. Да ты считаешь, что он самый крутой? Просто там нету рейтинга такого, как... КС-очка что-нибудь. Ну, все равно сейчас. Кто-то минирует этого. Бункер. Я забрался. Это типа кроссфайр, а только немного изменённый. Ну, ты на ней играл, по-другому. Это самое первое для... Чё побежали бункер? Там бомба взрывается? Ну, там можно, да, все взрывать. Чё-то. Я не знаю, где бункер тоже. Ну ладно, все равно сейчас буду умирать, это а что-то. О, Джон, иди. Ой, я только что появился и умер. Ну че, короче, этого школьника, там где-то сидит бункер, я не знаю где. Нет, знаю. Блин, как он предугадал, что я тут буду падать? Че, съем херел?
меня лагает вообще ужасно. В соседней комнате, кемпред. У тебя конь? У меня? Ну. Еще врага в соседней комнате. Он вам сверху будет. Он на лестнице прячет. Виталий, у тебя так поймет? Курва СС был не так давно, нет? Ну, было, а сейчас видно. Может, вы все такие задраты? Видимо, да. Да меня кто-то убил опять. Так ты кто? Слышишь? Итан. Ты кто по жизни? Иисус здоровался. Что за демоны? Кто такой еще демон? Ты так кто в итоге? Ты ответишь или нет? Мне ж интересно. Надо охранять бункер, чтобы туда всякая шваль не сделала. Эй, блин, я же прострелил, в чем проблема? Меня-то за что? Ты, кстати, спишь очень уязвимым местом. Меня тут одного удара убивают. Эй. Что? Ну, заряжают лазерки. Кстати, на всякий случай помню, что обычный выстрел из лазера наносит 20 урона при попадании в тулок. Это был я, Джон. Вау, все-таки список был 8. Одного у нас тут пару крыши сделать. Да, я думаю. Как задолбал этот задрот. Какой? Который в синем. Убежали твой вот бункер нафиг. Я в бункер не уже. Я кнопку нажал. Ты что, охерел, пес? Ну, я любитель нажимать кнопку. Я любитель. Тебе саму кнопку нажал. Просто сейчас придется воевать за этот дурацкий бункер. Ну да, не себе. Ты в бункере, да? Ой, блин, я что-то прикупил. Надо спать, надо спать. Фу. Под полом было. Черт. Что, доволен своей жизнью теперь, да? Ну... Этот бункер нажал на кнопку. С кем бывает. Ты вышел, да? И так да, тут херовый. Тут еще сам бункер на дурацком приполз. Это бессмысленно уже статус. Никакого туда.
О, я обожаю эту пишку же. Чё? Это крутые жуки. Где там тут синий засранец? Спешил его убивать. Это был я. Мне кажется, у него даже оружие быстрее выбирается, чем у нас. Болел пес трусливый. Муртат. Желтоухая собака. Блин, еще один муртат появился. И это тот же самый муртат. Это называется, что он свалил. Блин, это швидер, да? Там с таким перед, с арбалета. Не долбал уже таким перед. Просто ты вызвук с арбалетом там. Сдается во мне боли. Чё? Это не я. Слушайте, жуков. Сын жуков. Давай. Так, судя по тому, как прилетели выстрелы. Меня убил только. Я. Блин. Ну, прости, я издалека не осветлял. Тебе робот в зеленую играет? Да. Как тоже там, встал. Я тебя заполнил. Вот это что-то какое-то вообще убрали. Выстрел убивает. Легко. Почему? Я никого не выстрел. Потому что тебе нужно гаусс заряжать. Выстрел. Берешь гаусс, нажимаешь правую кнопку. Правую? Да. И делаешь. Какое-то время. Ха-ха, я выжил. Я тоже. Сосайте. Как вы выжили? Где нам
Это я. Прости, я не успел свою девочку. Иди, доктор, иди. Я запомнил уже, а сначала я сейчас не могу. Как мне прикалывают эти жуки. Так, опять какой-то кемперед. А, Джон, ты тоже зеленый робот? Да. Блин. Зачем ты в меня стрелять начал? Я не знаю, какого ты. Он профессор в сине. Блин, тут столько профессоров бегает. Он, по-моему, один. Я хочу разбираться, сколько профессоров на самом деле. Неудачи. Все тупые задроты. Ой, блин, прости. Да это я придумал. Кто там стреляет с арбалета? Опять там крысёныш спустил. Я не хочу. Иисус 228, это кто? Это Гитлер как раз. Ну блин, меня пол лица кто-то снес, кажется, это был Иисус 228. Какой как не грани? Мини-бот, наверное. Нет. Ой, я тут на шаг тут. Ну и правильно, лучше не мини-бот. Джон, ты меня опять убил. Выбери робота нормального. Нафиг тебе Иисус. Нет, ты их меня. Ну типа бла. Ну за что? Я ж православный. Я вообще не заметил, кто тебя убил. Да хватит его, ну хватит. В 2015 году жить, ты чё? Выстреливать все стены нахер, чтобы не херили как мы можем. Ничего, стены кинул. Неплохо, неплохо.